На участке всего в несколько квадратных метров десятки разных объявлений. Купля-продажа, товары и услуги, объявления бумажные и на баннерах. Развешаны на заборах, фасадах зданий и на столбах, газовых и электрических. Часть из них принадлежат компании «Сочи Свет». Электромонтеры предприятия Замир Катипахин и Андрей Бумагин сегодня приехали на Мамайку не чинить проводку или менять лампочки, а бороться с назойливой рекламой. Рекламодатели не просто печатают объявления на бумаге, крепят на электростолбы деревянные и металлические таблички. Грузчики, транспорт, вывоз, садовник, штукатурка. Бумажные объявления – это тоже большая беда. Они повсюду. Но если на демонтаж деревянных и металлических табличек уходит пару минут, то над бумажными приходится поработать. На первый взгляд, да, ничего сложного, но времени столько уходит. Это сейчас раскисло под дождем, а когда по-сухому, так приходится все время шкрябать, обдирать. После них вообще клей не отмывается, не очищается. Приходится шкрябать вместе с краской и заново все приходится покрасить. Страдает не только имущество «Сочи Света», но и облик города. Незаконную рекламу демонтируют после проведенных управлением административной инспекции рейдов по районам. Специалисты тут же занимаются поиском рекламодателей. Лишь некоторые демонтируют указатели и баннеры самостоятельно. Но абсолютно все платят штрафы за нарушение правил благоустройства. Те, которые размещают, сейчас будем собирать сведения, уведомлять и составлять административный материал в отношении лиц, допустивших нарушение данных правил. На физических лиц распространяется от 1000 до 3000, на и предпринимателей и должностных лиц от 2000 до 10000 рублей, а на юридических лиц от 15000 до 50000. При повторном нарушении штрафы вырастают в разы. Кроме того, ответственность в любом случае несут рекламодатели, даже если листовки расклеили третьи лица. Поэтому предпринимателям в целях сохранения их средств и чистоты города советуют размещать рекламу на специальных досках. Они есть на подъездах многоэтажек и автобусных остановках. Инга Габешия, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания АФКТ.